Добрый день. Здравствуйте, уважаемые блогеры. Приветствую вас, Бессонов Алексей Борисович. Значит, уважаемые блогеры, я вас приглашаю к себе в журнал Бессонов, черточка внизу, Пермь, Live Journal, ну и так далее. Там, вы знаете лучше меня. Live Journal, да, Live Journal, Пермь. И там мои выступления, там, так сказать, идет активная общественная жизнь. Заходите и выскажите свои мнения. Зачем вы тусуетесь на этой поляне этого губернатора Черкунова? В любой стране Черкунов вас бы ждал минимум электрический стул. Минимум. Государственные перевороты, накопления, где кровь лилась потоком. Как бывший следственный работник, я говорю, что потоком лилась кровь. У каждого десятки трупов и смертей. Вот, предприниматель крупный и так далее, бизнесмен крупный и так далее. Что может вам рассказать вот этот мальчик, губернатор Олег Черкунов? Ну ничего, он за свою жизнь не построил ни одного завода, не накормил. Он не глупый мужчина, так сказать, был в комсомоле, первый секретарь РЕМ, райкома комсомола. Не надо думать, что там были идиоты. Не, он был не глупый человек, очень талантливый, так сказать, коммуникабельный. Но его отбирала советская власть, отбирала, ему все давала. Давала ему красный свет, потому что так везде. Умный человек должен идти, так сказать, ему должна быть открыта дорога, потому что, ну, для этого есть государство с его, так сказать, условностями и так далее. Но он, понимая, что он чуть-чуть повыше, поумнее и так далее, став во главе губернии и так далее, ничего людям делать не может. Где-то пустышка. Пустышка, почему? Он никогда не трудился. У него прекрасная семья, воспитанные интеллигентные люди, так сказать, и так далее. И я, про который делал все сам, меня преследовали. Я дрался, занимался боксом. Он, посмотрите, он слабенький, он физически слабенький. Я боксировал в Европе в самой сложной своей категории, до 75 килограммов. Потом могу с куклой его познакомить, но я думаю, что он не выживет уже просто. Потому что я вешу 100 килограмм, бегаю 15 километров 3 раза в неделю и прекрасной спортивной формы. И вот эта публика, он малообразован, нахватан, системы образования у него нет. У меня системное образование. Но просто я не веду себя, как они. Я, так сказать, не строю себя интеллектуала там и так далее. Они строят. Вот это, знаете, это, вот, они соберутся, гадят вместе, пердят, блюют, вот и так далее. Но это выдают за культуру, они культурные. А я крестьянин. Попадаю сверху с народами, никогда себе такого не позволю. Они позволяют, потому что он считает себя выше. Он подонки мерзавцы, ничего такого нет. Поэтому бросайте эти его к чертовой матери журналы, лазерные, идите ко мне на страничку. Бессонов-Пермь, Live Journal, по-русски бы назвали, было бы лучше. Как там, не знаю. Приходите и высказывайте свое мнение. Очень люблю людей труда. И всего самого лучшего. До свидания.